За неделю с 20 по 26 мая заболеваемость COVID-19 в Одинцовском округе сократилась практически на треть. Одновременно на 25% снизилось число коек, занятых больными коронавирусом. Из 677 человек, лежащих в стационарах, 315 – жители муниципалитета. Для выработки коллективного иммунитета планируется привить почти 163 тысячи жителей округа. При этом провакцинировано уже более 28% от этого показателя. На территории округа продолжают работу 22 пункта вакцинации по 16 адресам.